Тоже всем-всем-всем привет, ребята! И вы, наверное, спросите, кто вдруг не смотрел предыдущие реакции: Кирилл, почему ты здесь? Где Бодя? Бодя сейчас болеет, ребята, как только он выздоровеет, сразу же вернется на канал. Пока что я снимаю для вас роликсы, и получается, это у нас Влад А4 ослеп, потерял зрение, сегодняшний ролик. Если что, ежедневные стримы прямо на канале Боди, либо на моем канале, на который ссылочки есть в описании. Также, на всякий случай, подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram, вдруг сейчас все заблокируют, кто знает, а мы идем смотреть ролик Влада А4. Надеюсь, сегодня будет весело, потому что название пока что не очень веселое, достаточно грустное, если бы реально Влад потерял зрение. Так. Хорош. Да блин, да я без микро достал. Го-а. Какие раки попались. Ну ставьте бомбу. Ой, флешка. Как бомбят в КС-ке. Давно никогда не играл. Ох, еда остывает. Так. Пацаны, пацаны. Что случилось? Я в контру играл, флешка прилетела, и ничего не вижу. Как это? Доиграй, Глент. Ладно, пойдем. Ты же зрение пропало. Главное же доиграть. Я ничего не вижу. Дима. О, так тут счет 14-15. Что происходит? Пацаны. Присаживайся. Садись. Реально не вижу. Слушай, давай рассказывай, что видишь перед глазами? Пьяный. Ничего не вижу. У меня все черное. Черное? Ой, это вообще ужасно. Так, ну это походу... Хорошая актерская игра, ну... Сейчас, получается, мы, наверное, посмотрим, как День слепого человека, или что сегодня у нас будет ролики А4, так? Серьезно? Слушай, можете скорую вызвать? Не-не-не, не надо никакую скорую, Серега! Для начала успокойся, все хорошо, мы рядом, мы в доме. Не, я думаю, ребята, все пройдет. Ну да, ты же просто играл в контру, флешка прилетела. Надо прогуглить. Как-то только не там, тихо, он здесь. Где? Вот здесь, вот. Ну, что там? Так, ну, написано, что ты немного травмировал сетчатку. Ну, это как ушиб, есть вот перелом, а есть ушиб, то есть легко отделался. То есть это значит ненадолго, скоро пройдет. Совсем чуть-чуть, да. Ну что, я доиграл. Всего лишь на целый ролик. Ой. Слушай, а ты это выиграл хоть? Нет. Ну, как нет? Ну нет, ну не получилось, такое бывает. Не, это косяк, заслужил фофан. Блин, наверное, катка была важная. У меня был промо на повышении. Давай сюда голову. Сейчас. Катку мне проиграл. Доверил ему важный матч. Давай сюда. Получил! Ау! Капец! А как мне теперь отыграться? А чё, вообще ничего не видно? Вообще? Это на время. Я считаю, что это же поджопник заслужил. Ну это реально, да. Я такую-то катку. Давай, вставай, раз заслужил поджопник. Да. Да, Глент, давай, я тебя сейчас так пропишу. Ну, Глент, ничего личного, ты же сам... Опять мимо сейчас будет или по мячу, так? Понимаешь, заслужил. Понимаю. Тихо. А. Не-не-не, левее. Ау! Не, ну извини. Беды Кобяков. Не, ребята, вы как хотите, дайте мне немножко полежать, к управлению привыкнуть. Ладно, ты тут отдыхай, мы пока пойдем. Так это, не оставляйте меня надолго. Сам просил, отдохни. Сейчас, 5 минут и мы вернемся, все хорошо. Приятного аппетита, спасибо всем, кто был перед аппетитом. Мне кажется, это очень серьезно, он может так навсегда остаться. Да не, успокойся, это обычная флешка в контре, сейчас пройдет. Не, вы как хотите, я доктора вызову. Не знаю, в любом случае надо ему как-то помочь. Даже если это не серьезно, человек ничего не видит. Ну да, может, какие-то рецепты знаешь, как в таких случаях делают? Я знаю, что глаза расслабляются при помощи чайных пакетиков. Вот так вот кладешь, это как-то может помочь. Блин, ну он что-то совсем какой-то грустный, надо ему как-то настроение поднять. У нас давно на ролике миллион лайков не было. Вот бы, прикинь, собралось бы под каким-нибудь роликом миллион лайков. Например, под этим. Он бы даже своим глазам не поверил. Ну, может быть, ты попросишь. Ребят, ну вы сами видели, Влад совсем не в себе. Представляете, зрение потерял. Кстати, вот эту тему чайными пакетиками в детстве мне помогало. Когда я по 10 часов играл подряд в доту, да, потом все помогало. Я нужно срочно как-то поднять настроение. Давайте соберем миллион лайков. Я думаю, это вообще запросто получится. Так, я пока пойду заваривать чай. Уже полмиллиона, так. По-братски прошу. Влад, ложись. Я вспомнил один рецепт. Мне мама так всегда в детстве делала, когда у меня глаза болели. Так, ложись. Ага. Что делать будешь? Я чайные пакетики тебе на глаза положу. Ты только главное закрывай. Должно помочь. Вот, отлично. Короче, вот что я смог придумать. Это, короче, холодное полотенце. Это же делают, когда голова болит. Сергей, это вообще не поможет. Да откуда ты знаешь? Может, поможет. Ладно. Так, аккуратно. Влад, все будет хорошо, поправляйся. Ну да, так получше. А это вот тебе на, в руку, колокольчик. Если что-то нужно, звони в него, мы сразу прибежим. Да, мы здесь. Везите водички попить, пожалуйста. Поняли, да, все, сейчас будет. О, доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? У нас тут такая ситуация произошла. Яркая вспышка, так. И нашего друга слепануло. Он вообще теперь ничего не видит. И где больной? Вон там, пойдемте. Пойдемте. Вот наш больной, проходите, вот он. И что это такое? Народная медицина давно уже не актуальна. Убираем все это, убираем. Да нет, помогало раньше. Так. Быстрее, ребят, не работает. Давайте проверим реакцию на свет.
Ну что, ну как, есть реакция? Ну, хорошая новость в том, что небольшая реакция на свет у пациента есть. Значит, зрение в течение 1-2 дней восстановится. Все будет хорошо. Супер. Ну, а мы... Звучит позитивно. Может, есть какое-то решение побыстрее? Ну, там, может, таблетки какие-нибудь или... Я не знаю, ну, как его вылечить быстрее? Ничего не нужно, все пройдет само. Главное, что сейчас необходимо, это забота, покой. Ну, а в общем, не волнуйтесь. Ситуация обычная, ничего страшного, все будет хорошо. Ага. Спасибо, доктор. Пойдемте, провожу вас. Ну, как-то легче стало уже. Спасибо, Хобяков. Он ушел, он уже ушел. Хобяков уже ушел. Тебе чем-нибудь еще помочь? Да вроде нет. Пойдем, может, в спальню тебя отведу, там удобнее, помягче. О, хорошая идея. Так, сейчас, погоди, аккуратненько. Давай. Пока все. Все чисто, вставай. Да, вот так вот, за мной. На мой голос, иди. Ой, забыл, пройти. Я за 200. Куда, туда же? Не, в другую сторону. Серега, ты что? Да. Так, все, проходим. Стой. Так, налево. Кровать у нас слева. А, так, раз. Стой! Ой, тихо. Ой, блин, надо иди, еще как-то научиться. Все, кровать ты нашел, ложись. Ладно, пройдешь. Так, короче, ты ложись, располагайся. Если что-то нужно будет, ты знаешь. Звони, прибегу. Хорошо. Все. Дверь я оставлю приоткрытой. Ух, пацаны, конечно, молодцы. Подстраховали. Но доктор сказал, что это должно скоро пройти. А у меня 3 помощника. Может, даже это и к лучшему, отдохну. Тем более, вон. Владос? Звал? Да не, это я это, проверял, как работает. А, я тут тебе всяких ништяков принес. О, да? Вот цветочки. Посмотри, какие красивые. Ты серьезно? Зачем Владу цветочки? Серьезно? Прости, забыл. Ну, то есть понюхай. Это для аромата. Будешь лежать и чувствовать, как будто ты на природе. И поправишься так быстрее. Угу. Спасибо. Так, вот игрушки. Чтобы ты не нервничал, вот тебе антистресс. О, что это было? Как же он прямо смотрит? Так. Это тоже антистресс. Прикольный звук. Вот, держи. О. Я такой антистресс еще не встречал. Да, это очень прикольный антистресс. И конфетки. Сладкое поднимает настроение. Где? Открываю. Ты даешь? Да подожди ты. Так давай. Не, ну как реалистично отыгрывает ты. Так. Кобяков. Что это было? Ну, без конфет получается. Почему? Да она просто упала. Ты не расстраивайся, я потом принесу. Слушай, Владос, вот хотел у тебя спросить. Ты пока что болеешь, явно из управления делами на пару дней выпадаешь. Ага. И, ну, на канале что-то главное должен быть. Ну, вдруг вопрос. Ваня Топан, спасибо большое. Ребята, если что, весь чатик я буду читать после того, как мы ролик запишем. Так что не переживайте. Так даже без текста почему-то, Ваня, окей. Вопросы там решить, какие надо будет. Что ты имеешь в виду? Кто этим главным будет? Я? Ну а как ты будешь решать вопросы, когда ты ничего не видишь? Беков, я уже завтра буду здоров. За это время ничего не случится. Ладно, не злись. Я что просто спросил. Ну, понимаю. Если так. Что, ты там подумай на досуге. Мало ли, нужен будет руководитель. Хорошо. А, вот уж Кобяков, как обычно. Вот это, Влад, Кобяков заходил. Для чего, не знаешь? Да просто проведал. Принес вон цветы. А, цветы. Слушай, а я вот тебе гамак вот принес. Ого. Сейчас вот тут вот где-нибудь расположу его. Так отдохнешь. А цветы, я думаю, можно убрать. Они же этот, ну, аллергии может на них у тебя начаться. Думаешь? Да, я бы их лучше убрал. Хорошо. Куда-нибудь подальше, вот туда, например. Просто выкинул. Цветы это фигня, вот гамак, это удобно. Вещь вообще. Будешь не жать, расслабляться, как в невесомости. Круто. Сейчас остальные детали принесу. Блин, Серега молодец. И последнее. Вот, все готово. Блин, как удобно. Привет, это на Чупа-Чуп, заботчики. Спасибо большое, да, на Чупа-Чуп. Все, текущая инфляция на Чупа-Чупс, конечно, можно уже не хватить. На большой дебаль. Ну как там получается? Да, все хорошо, безопасно, самое главное. Пойдем, я тебя провожу. Давай. Надеюсь, тебе понравится. Вот, направо. Вот он, да, вот здесь, тихо. Вот он, руками потрогай. Вот, все, чувствуешь, да? Все, вот он, можешь присаживаться. Оп. О, класс. Слушай, когда ничего не видишь, кажется, как будто ты в невесомости. Тихо, не улетай. Так, вот тебе еще наушники для расслабления. Музыку послушаешь, они с шумоподавлением. Тебя вообще никто тревожить не будет. Так, сейчас я тебе поставлю какую-нибудь приятную музыку там. Ты не слышишь? Точно, они же с шумоподавлением. Ну что-то включишь? Да, сейчас включу, расслабляйся. Вот, звуки природы, расслабляйся. Это, слушай, Влад, нужно же быть... Что ты говорил? Слушай, ну тебе сейчас нужна помощь. Там по каналу, замена какая-то. Все хотят стать помощниками. Там, ну ты знай, если что, я всегда готов прийти на помощь, там, ролики начинать открывать. Это я уже сегодня подобное слышал. И вообще, Серега, у вас друг зрение потерял. Какое главное? Ну, ухаживай за мной. Ну да, ты прав. Ладно, отдыхай, я пошел.
Влад, ну чё, как у тебя дела? Кто? Влад. Кто тут? Чё ты так лежишь? Это Глен. Это кто тебе так положил? Да Серега вот гамак принес, чтоб я чилил. Он чё, совсем дундук необразованный? Ты видишь, ничего не видишь, ты можешь упасть. Так, а ну-ка давай, вставай, пойдем на кровать. Правильно Глен говорит. Ну, сейчас. Так, аккуратно, давай. Нет, сначала левую ногу, оп. Теперь вниз. Отлично. Тихо, тихо. Ай, Глен. Это не я, это Серега. Вини Серегу, да, вставай. Да, Серега, конечно. Так, теперь иди прямо налево. Стоп. Ай. Это Сергей, блин, со своим гамаком вонючим. Глен. Так, все, ложись. Сейчас устроим тебе полный релакс. У меня здесь масочки для лица и антистресс. Ау, забыл, извини. Так, на, выбирай, какую будешь. А как я выберу? Да, 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 прости, сейчас я сам выберу. Мед любишь? Да. Значит, мед. Так, давай, немного на меня. На меня, на меня. Я тут. На слух, отлично. Значит, сделаем тебе слаймом. Так ты же спрашивал про мед. А, ну так это и есть с медом. А, ну давай. Я просто тоже с медом хотел, но для тебя я эту маску уступил. Дружище, я знал, что ты не кинешь. Я никогда. Я, правда, в этих масках не совсем понимаю, но, по-моему, все сделал правильно. Так. Ну как, приятно? Нормально. А еще я тебе принес антистресс для головы. Это, если что, у нас... Это вообще нет, замечательно, нет, конечно. Нет, не той стороной. Вот, вот это. Нормально? Да. Супер. Так, Влад, ну тебя одного вообще нельзя оставлять, ты нифига не видишь. А я, кстати, вижу, поэтому могу лежать на гамаке. Я буду с тобой тут дежурить. А он мне и говорит, Владос, вообще ни о чем. Я бы, конечно, заступился, но их двое, а я один. Куда я против двоих попру? Погоди, а кто это сказал? Кобяков или Серега? Ну, я там уже и не вспомню. То ли Серега, то ли Кобяков. В любом случае, они вдвоем точно канал развалят. Ну, ты же понимаешь... Вот, надо дать клиент управления, думаю. ...то с закрытыми глазами ты пароль не ведешь, поэтому можно и мне сказать... Не знаю, пацаны. Что-то вы заладились с этим каналом. Я всего лишь на один день зрение потерял. И вообще... Все, тебе надо уйти. Я хочу один побыть. Это что, я думал, ну, как бы, чтобы получше все было. Все, ну, нет. Не на них же оставлять, а на меня. Иди. Сори. Ну, ты в любом случае, если что-то понадобится, я всегда готов тебе помочь. Окей? Угу. Окей? Да, все. Какой хороший друг. Вот прям как Боди сейчас вот болеет, а я помогаю. Вот замечательно же, как это, ну, это. Давай, так. Если что, обязательно зови. В колокольчик не забудь так. Позвонить. Ну, молодец. Расстроил его. Я не понял, ты что, подслушивал? Так, так, что так. Я ему вот занести хотел? Ну, что, Глен? Чай тоже несет. Ага. Он ему настроение испортил. Главным хотел стать на канале. Че, ничего я не испортил? Давай, если ты чай принес, я могу занести. Или давай вон твой. И вообще, че это вы чай ему завариваете? Ну, в смысле? Вот хочу я принесу ему. Я вообще-то... Вообще-то первый. Я понесу, ты подвинься. Так, да. Что, моя идея? Какая баталия. Стоп, пацаны, мы начинаем просто ссориться. Ничего. Влад вообще-то зрение потерял. Ему вообще-то помощь нужна. И что еще доктор сказал? Покой и положительные эмоции. А если мы тут с вами будем ссориться, то никаких положительных эмоций не будет. Да, ссориться глупо. Давай, два. Чай ему занесем. Я пока пойду умою. Действительно, чтобы опился там. Так. Влад, Владос. Так, пацаны, нужно обезопасить дом. Ну, чтобы Влад, когда перемещался по дому, ему было безопасно. В эти коробки будете складывать все, что там колется, может разбиться. В общем, все, что может навредить Владу, в эту коробку. Окей. Ну, по твоей логике, даже чайник нужно убирать. Кухня – это самое опасное место. Отлично. Друг Вани Допа, спасибо большое, 10 рублей. Так. Начало положено. Стаканы тоже в коробку. Не заметил, что там вода есть. Облился. Бутылка, это я тоже. Выливаю. Так, чашечка и кухня в безопасности. Это может быть опасно. Серега, у меня все. Все, проверь еще раз. Внимательно надо быть. Это тоже, думаю, опасно. О, унесу в кладовку. Запру там. Че, думаешь, не разобьет? Достаточно большое. Тебе тоже неохота. Нет, ну смотри, в принципе, там он не касаюсь, не должен. Я бы не рисковал. Точно. Нужно еще все углы замотать чем-нибудь. О, да, это очень важно. Так, сейчас проведем краш-тест. Ну, чтобы этот знать, куда клеить подушки и пленку. Глент, начинай ходить как слепой. Ну что ж, я хочу. Сейчас еще Глента травмируют. Хочу, например, подойти к дивану. Опа! Первое местечко найдено. Спасибо, Глент. Слушайте, может, мы как-то по-другому будем определять, где надо заклеивать. Ну извини, Глент, практически путь самый верный. А Влада мы звать не можем. Вот, я посидел на диване и захотел в туалет. Туалет у нас где-то там. Да-да, начинай идти. Так. Так. Ну здесь уже надо понадежнее заматывать. Так, так, помогай. Да-да, ходи, Глентик, ищи углы. Сюда нужен еще слой. Например, я захотел попить. Иду на кухню. Пацаны, это место тоже нужно заклеить. Сейчас. Сейчас все перезаклеивают, так.
Готово. Где еще там? Все, у меня все. У меня тоже вроде все. А, все говорите? А это кто будет заклеивать? Меня достало. Почему я должен ходить так и проверять это все? Серега, теперь твоя очередь. Давай, надевай маску и будешь сейчас проверять, насколько углы у нас хорошо защищены. Я в своей работе уверен. Так, смотрите, пацаны. Так, вот я иду, я Влад, я слепой. А, откуда здесь стул? Его нужно убрать. Давай, иди. Самый травмоопасный ролик у Влада через последнее время. Иди, посмотри телек. Так, иду и смотреть телек. Ага. Так, пацаны, надо стулья точно куда-то спрятать. Где? Куда? Давай, на меня. Так, ага. В принципе, иду. Ага. Иду. А! Ой, капец. Давай, все, иди, присаживайся. Все, стулья тоже давайте в кладовку куда-нибудь. Снимай маску. Ты что, стулья везде растаял? Да, это была месть. Холодная, но очень вкусная. Ну, извини. Я всего лишь один угол упустил. А мне больно было. Ладно, пацаны, давайте не будем ссориться. Убираем стулья и, в принципе, дом в безопасности. Да, убирай стулья. А ты что стоишь? Я их не оставлял, я вот ударился об них. А что, если реально мое зрение не пойдет на поправку? За каналом кому-то все-таки нужно будет присматривать. Кто же это будет? Не знаю. Нужно выяснить, кто из пацанов самый стойкий и самый стрессоустойчивый. Устрою им проверку. Да. Что случилось? Что случилось? Пацаны, что-то мне спрайта захотелось. Спрайт? Я понял, я сейчас. А еще вот эта вот подушка, она какая-то слишком жесткая. Запряг всех так нормально. Я так с ней не усну. Понял, принял, сейчас принесу другую. Это кто, Сережа был? Да. Кобяков, а тебе не кажется, что как-то здесь слишком жарко и душно? Слушай, полностью с тобой соглашусь. Сейчас исправим это. Владос, я уже пришел. Держи. Спрайт. Только слушай, ты пока ходил, я что-то уже колы захотел. Ладно. Кола-то кола, сейчас принесу. Так, вот, мягенькая. Вот, держи. Встань, давай, заменю. Так, эту выкинем. Не, это слишком мягкое. Замени. Да, сейчас. Так, Влад, сейчас будет попрохладней. Угу. Так. Ой, подожди, выключай. Что-то мне холодно стало. Ты что, хочешь, чтобы я заболел? Нет, конечно. Неравноценное у них задание, конечно, правда вам. Сейчас все исправим. Ну, пока вроде неплохо справляются. Владик, держи, здесь и кола, и фанта, и спрайт, и обычная водичка. Обогреватель. А вот подушки. Все любые вообще. Угу. Слушайте, ребят, что-то как-то хочется обстановку сменить. Да я уже проголодался. Отведите меня на кухню, покормите. Я это сделаю. Я напитки в твоей комнате пока оставлю. Рот, ебаный. Я дверь открою. Давай. Угу. Мы здесь. Ну так а что это вы сели и молчите? Я же не вижу ничего. Кобяков, ты там долго? Стейк. Вот, пожалуйста, твой обед. Стейк? Интересно, а какой прожарки? Кобяков, отрежь кусочек. По запаху определяет стейк. Я же хорош. Ой, я же руки забыл помыть перед едой. А, у меня есть тут этот влажные салфеточки. Вот, держи. Раз. Есть. Мы тебе сразу поможем вообще. Спасибо. Ну все, можно продолжать кушать. Приятного аппетита. Ребят, а это, я сижу напротив окна? Нет. Хочется напротив окна сидеть. Какие желания, Влада, 4 сразу появились. Сразу же не видит ничего. Так. Кафе. Ладно. Кобяков, переведи его на другую сторону. А я пока иду перенесу. Так, идем. Угу. Аккуратно, стул. Ой-ой-ой. Кобяков! Так, держи, кушай. Спасибо. Да. Какой вид в окне? Да, кусок дерева, дом соседний, забор. Ну нет, что-то вообще ничего красивого. Возвращайте меня обратно. Ну, что сидите? Вставай. Разворачивайся. Кушай. Вот вилка. А кто напротив меня сидит? Вроде как я. Серега, да? Кобяков, а можешь сесть напротив меня? А то Серега так постоянно смотрит. Аж есть неохота. Как скажешь. Куда знаешь, что Серега смотрит? Жестковато. Ну аж переверни. А-а-а. Блин, да не так. Влад, дай сюда. Долго там? Да не. На. Ам. Ну, поздравляю. Вкусно. Уже остыл, да. Наверное. Ой, ребята, очень вкусно было. Но есть один моментик. Какой? Влад, а может быть, мы туда не пойдем? Может, ты как-нибудь сам справишься? Тоже мне, друзья. Влад, давай, пойдем. Я тебе помогу. Ради дружбы на все готов. Стоп. Не, я сам справлюсь, ребят. Вы че? Просто побудьте рядом на всякий. Эй, только там это, не ударься. Переживаю за него. Пацаны! Блин, я как знал, держи. У меня двухслойная. Вот у меня трехслойная. Спасибо. Держи газетку. Газета? Не, ну надписи ж на освежителе воздуха не бесконечные.
Кобяков, вообще не то принял стек. Фух, Владос вроде уснул, пришлось ему с Ютуба видос пересказывать. Фух, ну хоть немного отдохнем. Фух. Честно говоря, я так уморился о нем заботиться. И вообще, мне иногда кажется, что он специально нас гоняет. Кобяков, ты что такое говоришь? У тебя друг ослеп, а ты на него что-то наговариваешь. Флешка в контре, это серьезное дело. Да, Кобяков, это как-то неправильно так думать. И вообще, не суди по себе, может, ты так и поступил бы. А Влад не такой. Ладно, пацаны, пока есть пару свободных минут, пойду свои дела порешаю. Ой, да. Слушай, может, во что-нибудь сыграем? Давай. В молчанку. Владос, Владос, спишь? Эй, спит. Не, ну а чё? Мы ему целый день помогаем. Теперь он мне небольшую услугу окажет. Идеально. Какой же дом огромный. Всем привет! Влад Бумага открывает фотосессии в домашнем стиле. Приглашаем всех желающих. Цена по запросу в директ. Ну все, сейчас клиенты повалят. Вот это Влад, бизнес. Я не понял, кто это к нам пришел? Здрасте. Здрасте. Вы к кому? Мы к Кобякову. А кто нам пришел? К Кобякову. Вы что, уже многодетный так. Отец? Я не знаю, Кобяков! Так, сейчас он подойдет. Да-да-да. О, ребят, привет. Это что такое? Это хор. Ну, я прочитал в интернете, что если больному человеку включать музыку, либо ему кто-то будет петь, то ему будет становиться лучше. На фотосессию. Ладно, окей. Молодец, Кобяков, что заботишься. Пойдем, Серега, тут что-то странное происходит. Ну, а вы разувайтесь и пойдемте за мной. Значит так, слушаем инструкцию. Заходим в полной тишине. Вообще ни одного лишнего звука. Просто молча подходим и фотографируемся. Влад очень устал. Так, я позову. Проснулся. Вот как получить фотку с А4, оказывается. Заходи, заходи. Деньги. Где они находят детей в ролике, интересно? Доллары. С другой стороны. Быстрее. Так, вот мерчи. Вайзе. Так, еще одну, поближе. Готово. Следующего зови. Деньги. Остановись. $5. Что такое? Нормально. Давай следующего зови. Нормальный бизнес. Сюда, садись. Все, готово, смотри. Норм. Все, давай, пока. Красота. Эй, пацаны, и друзей зовите. Кобяков? Кобяков, ты тут? Вот это бизнес, и бизнес. Пока не зовите. Когда YouTube закроют, да, отличный Влад, бизнес. Да, Влад, что такое? Где? Как где? В комнате так. Своей. Так, это, тебе очки приехали по заказу. Я посадил тебя на память пофоткать. Вот, давай еще одну фотку сделаем. Вот так. И еще чуть-чуть попозируй. Так. Так, я Кобяков, ты настоящий друг. Ага, спасибо, ты тоже. Все, пацаны, сегодня звать никого уже не нужно, а фотки на почту сброшу. Все, давайте, пока. Привет. Пока. Ого, все, пока. Пока. Что-то хор тихо пел. Да, мы даже снизу ничего не слышали. Так это ж у слепых слух обостряется. И у Влада обострился. Они поэтому специально тихо пели, чтоб уши не повредить. Хор шептунов получается, да? Ну да. Что-то Кобяков ты химичишь, вот я чувствую. С камерой, да. Влад... Пацаны! Надпись фотосессии огромная, действительно. Кто здесь? Влад, мы тут. Это мы. Что случилось? Да мне Кобяков тут фотосессию устроил. На память говорит. Что? Молодец, хороший друг. Ничего, Влад, не запаривайся, мы тебе как-нибудь потом расскажем. Давай очки снимем. Все, пойдем. На меня. Забыл, ты ж не видишь. Ну, на голос может идти же, да. Так, проходи, садись. Да, ну, Серега что-то придумал. Смотри, я добыл книгу со шрифтом Брайля. Это, ну, для тех, кто потерял зрение. С пупырками. Ну, сначала, конечно, не очень удобно, но я думаю, ты быстро привыкнешь. Что угадывать? Ну, вот, давай вот этот вот, смотри, вот кусочек. Вообще ничего не понятно. Какой-то цветочек или колокольчик. Да, это колокольчик. Реально? Да. Блин, так хочется увидеть. Ребята, а вы там попробуйте найти под видео колокольчик. Он обычно располагается чуть-чуть правее красной кнопочки. Или серый. Серый. Слушайте, пацаны. Это, конечно, все очень интересно. Я хочу в Brawl Stars попробовать поиграть. А вдруг получится? Ну, ладно. Да, вслепую, там половина так играет, наверное. Там же все понятно. Да. Так сливается. Стреляешь. Шелли мне, Шелли с дробовиком. Ко мне вообще никто не подойдет. Понял, взял Шелли. Правее, стреляй. Попал, два раза.
Плохая тактика. Ну, смотрит, смотрит же. Ага, ладно. Газ попал, аккуратно, газ подходит, ты сейчас в газу задохнешься. Газ снизу. Газ, иди наверх. Стреляй, ты попадаешь, еще раз справа. Дави, да. Стреляй, 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 стреляй. У него тысячу хп, ты его почти убил. Ты его убил. Не гони. А что ты глаза закрыл? Ну, я сосредоточился на звуку. Вверх, стреляй. Вот, нет, надо выйти, ты сейчас за ящиком. Иди наверх, наверх, наверх. Опа, он близко улицы. Блин, Влад, ну кто так играет? Дай сюда, ты мне сейчас все кубки сольешь. Ну, в смысле, Глент, я же пытался выиграть. Капец. Ладно, Влад, вот, на, сиди, изучай. Там животных. Владос, что делаешь? Да вот, учусь читать. А, понятно. Слушай, а я тебя тоже могу кое-чему научить. Да? Да, я в интернете нашел лайфхак, которым пользуются слепые. Они складывают деньги таким образом, чтобы на ощупь определять, какая это купюра. Хочешь, научу? Да. А деньги-то есть? В кармане. Давай. Ща, столик только. Кобяков мастер, конечно, по выманиванию денег со всех. Принесу. Ну вот смотри, ну то есть слушай. Берем $1, просто кладем. Вот, потрогай, здесь. Просто ровный, никак не складываем. Так, дальше. Теперь берем $5 и складываем ее вдоль напополам. Вот потрогай, как это выглядит. Понял. Так. Окей. Теперь $10 складываем поперек напополам. Вот, потрогай. И теперь $20 складываем сначала вдоль пополам, а потом поперек пополам. Получается вот такое. Все, понял, да? Ага. Окей, так. Теперь тест. Дай мне единичку. Вот же. Правильно. Окей. А теперь попробуй найти десятку. Вот. Круто, ты справляешься. Так, теперь перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Теперь нужно найти пятерку. Ищем пятерку. Это двадцатка. Угу. Вот пятерка. Ага. Правильно. Ты быстро учишься. Действительно. Слушай, а можешь мне $5 до завтра одолжить? Да, бери. Спасибо. Но только запомни, я у тебя одолжил $5. Кобяков, спасибо тебе. Да не за что, братан. Так, держи твои деньги. Ну а я все, я пошел. $5 завтра верну. Что, а что не тот сразу? Влад, давай с тобой сыграем в игру, которую ты можешь играть. Давай. Камень, ножницы, бумага. Ого. Давайте, на фофан. Раз, два, три. Блин, как тебе удалось? Я выиграл? Да, Серега проиграл. Ого, класс. Давай. Ай. Ну, помогите. Вот. Ай. Еще раз? Да, давай еще раз. Так, раз, сейчас они будут его обманывать. Что там? Ты опять победил. А. И Серега опять проиграл. В смысле? Где я же Серега? Так, пацаны, больному нужен свежий воздух. А тот целый день дома сидит. Ну да. Организму нужно дышать и восстанавливаться. Ага. Так пойдемте все вместе погуляем. Да не, пацаны, вы же, наверное, уже устали. Вот сами отдохнете. Ну да, согласен, немножко подустали. Кобяков опять, мне кажется, что-то задумал. Ну я тоже, если честно, сразу заподозрил. Что-то это не похоже на мою куртку. Так я тебе новую купил. Сюрприз хотел сделать. И ботинки тоже. Мне кажется, чуть-чуть великоваты. Да не, нормально. Так же, вот, держите. Очень странный лук получился. Тебе светоотражающий знак, мало ли потеряешься, а так машины будут видеть тебя. Блин, ты такой заботливый. Стоять. Владос, у тебя какая-то странная штуковина, и куртка у тебя странная. Давай, снимай ее. Новая, Кобяков подарил. Да, и вообще, ты гулять, походу, сегодня не пойдешь. Да почему? И давай это, обувь снимай. Ты что, Кобяков тебе свои отдал? Где он их носил? Кобяков, ты что, совсем офигел? Ты сейчас этой табличкой сам пойдешь деньги зарабатывать. Простите, больше не буду. У тебя друг зрение потерял. Ну вы ж поймите, пацаны, это такой шанс. Я вот и не удержался. Но я бы обязательно потом с Владом поделился. Молчи, это вообще никакого оправдания тебе нет, понял? Понял, понял. Так, все, присаживайся. Слушайте, да я уже так настроился. Ну погулять. Вот этот свежий воздух, свежий бриз. Ребят, а можете мне пляж организовать? Пляж? Ну да, пляж. Да, Кобяков точно в деле. Но мне прям не обязательно. На песок там, океан. Ну, можете что-то нафантазировать. Просто пляжик. Я это представлю. Такой, да. Ну, давайте, пожалуйста, ребят. Мне намного станет лучше. Ладно, сейчас что-нибудь подумаем. Так, давай, да, все, сиди здесь. Сейчас перегляну. Так. Добро пожаловать на домашние курорты. Класс. По звуку реально как будто море. Добро пожаловать на частный пляж. Он у нас галечный. Будьте осторожны, проходите, проходите. Аккуратно, ножки можно поранить. Камешки острые? Да, ну это ж галька. Вареная кукуруза, вареная кукуруза. Молодой человек, не желаете вареную кукурузу? Да, хочу. Так, руки вперед протяните. Вот, хватайте. Все, вареная кукуруза. Молодой человек, бросайте кукурузу, просто. Самое время отправляться на сел. Я как-то был на море последний раз в 5-6 лет. Я там был, да. Ой, кукуруза там была. Морфин! Ага. Я думаю, это зря. Одну секундочку. Такой. Давайте так руку сказать, и... Так, вид спорта ему предложили. И вперед, на низ.
Окей. Начинаем балансировать. Запускаем вторую ногу и погнали. О! Давай, давай, давай. Хорош. Сейчас. Немного качки. Одну секунду добавим ветер для реалистичности. Добавим немного морского ветра. Так, вода. Это волны, волны. Морской бриз. Как настоящие. Так, 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 так. Где-то рядом дельфин. Дельфин, вы слышите? Хомяков. В смысле, ты чё? Ты видишь? Так, то есть он их все это время пранковал. И... Не, ну это... Не, ну такие сериалы теперь снимают, такие сериалы снимают. Хомяков, ты себя видел? Я что-то не понял, к тебе что, зрение вернулось? Да ладно, пацаны, только не обижайтесь. Ну да, вернулось часик назад где-то, когда... Правда вернулась или не пропадала? Так, так, так. Кобяков меня фотографировал. От вспышки вернулась. И потом я решил проверить, ну, насколько вы хорошие друзья и готовы помочь мне даже самой сложной просьбой. И вы справились. Молодцы. Кроме Кобякова. Ну, почему я даже вон в дельфина... Енотил. Там заработал, здесь заработал. Вообще, ай-яй-яй-яй. Так. Наделся ради тебя. Ладно, все, пацаны, со зрением все в порядке. Был капец веселый день. В следующий раз надо это, от флешки отворачиваться. Ладно, пацаны, может, что, какой фильм посмотрим? Может, контру сыграем? Ну, что нет, погнали! Погнали! Очень безопасная игра, так. Кобяков, Глен, ладно, мага. Кобяков, Глен, ладно, мага. А вы совсем забыли, как летает моя ламба. В общем, ребята, ставьте лайкотики, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, залетайте на ежедневные стримы, которые тут будут на Бодзинтон на моем канале, пока я тут заменяю, а мы идем стримить дальше. Всем пока-пока, кто смотрел именно в ролике. Кто вдруг хочет как-то поддержать, ссылочка на донейшн есть в чате, в описании, там везде, короче. Пока-пока-пока.